Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые участники проекта «Совалмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев. И сегодня мы поговорим о синхронных электродвигателях. Я думаю, что те из вас, кто нас часто смотрят, прекрасно знают, что по данным «Бизнес-стат» ежегодно в мире производится порядка 7 миллиардов электродвигателей. И это действительно очень высокие показатели. Но по тем же прогнозам «Бизнес-стат» к 2023 году этот показатель вырастет на 19,5% и составит порядка 10 миллиардов единиц двигателей в год. Это действительно хороший и быстрый прогресс, который говорит нам о том, что востребованность в асинхронных электродвигателях, в частности, также серьезно возрастет. Ну а раз это так, то и требования к качеству, к характеристикам, к надежности, к экономии, к энерговооруженности также возрастает. На сегодняшний день 60% всего потребления мировой энергии приходится именно на асинхронные электродвигатели. И, как известно, Совалмаш занимается разработкой двигателей нового поколения с применением технологий совмещенных обмоток «Славянка». И это, в свою очередь, позволяет существенно улучшить характеристики классических двигателей, получить больше энергоэффективности, надежности и даже сэкономить на производстве и на добыче ресурсов, которые необходимы для создания двигателя. Таким образом, из трех классических двигателей после переработки можно произвести 4 двигателя с совмещенными обмотками. Также Совалмаш уже продемонстрировал ошеломляющий результат. Был создан двигатель, который соответствует экологическим стандартам ИЕ-4 в корпусе двигателя ИЕ-1. При этом не было необходимости применять сложную систему охлаждения, дополнительную, и увеличивать себестоимость. И на сегодняшний день очень часто возникает вопрос, а можно ли приобрести двигатели от Совалмаш? Ответ на них был один. На сегодняшний день Совалмаш занимается разработкой электродвигателей, поэтому данной возможности нет. Но, тем не менее, у вас есть возможность обратиться к лицензированным обмотчикам, у вас есть возможность также обратиться к АСПП Вэйхай, Виктору Аристову, который на территории Китая на сегодняшний день организовал мелкосерийное производство тяговых электродвигателей, созданных с применением технологии совмещенных обмоток «Славянка», собственно, за счет реализации модернизационного потенциала двигателей стандартных, классических. Но на сегодняшний день я могу вам сказать так, что Совалмаш проводит огромное количество исследований. Дмитрий Александрович уже говорил о том, что на сегодняшний день существует порядка 46 окров. И ведь все эти работы подразумевают наличие из пытательных образцов, прототипов и так далее. Поэтому недавно мы вам сообщали о том, что на нашем сайте Совалмаш, который вы сможете сейчас увидеть на своих экранах, появился раздел на реализацию, в котором представлены двигатели, которые участвовали в испытаниях. Мы предлагали к покупке двигатели с классическими обмотками, которые уже, скажем так, прошли все испытания, и также вы при необходимости могли запросить характеристики, реальные характеристики этих двигателей. Ну а теперь также в этом разделе открывается возможность приобретения двигателей, но уже с совмещенными обмотками «Славянка». Характеристики этих двигателей вы сможете увидеть также на сайте в этом разделе, и необходимую информацию для вас запросить по той контактной информации, которая, собственно, там представлена. И это, в принципе, главная новость этого видео. Теперь возможно приобрести двигатели от Совалмаш. Но это не единственный вопрос, который я бы хотел с вами обсудить сегодня. Дело в том, что у Совалмаш есть возможность провести розыгрыш двигателей с совмещенными обмотками. Речь идет о тяговых двигателях, и нам очень важно получить обратную связь. Интересна ли вам данная активность, и если да, то количество лайков и комментариев под этим видео должно существенно отличаться от стандартного количества лайков и комментариев, которые вы обычно оставляете. Так мы сможем понять, что эта тема для вас интересна, важна, и уже в ближайшее время мы сможем предоставить вам условия для участия в этих розыгрышах. Поэтому обязательно оставляйте комментарий, подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали, и расскажите своим друзьям. На этом у меня сегодня все. Увидимся в следующих видео.